К сожалению, мне не повезло. Я оказался среди тех 2,7% по Роспотребнадзору, которые болезнь проходит в тяжелейшей форме. 11 суток из них я находился в реанимации. Я сначала как бы лечился в центральную районную больницу Вишевскую, потом на скорую перевезли в ЦГКП, где, как я уже сказал, находился в реанимации, потом в общей палате. Что могу по итогам всех своих как бы, да, пережитого сказать? Я хочу сказать, что в первую очередь профессионализм ульяновских медиков, система, созданная губернатором Морозовым, на самом деле на сегодняшний день спасает тысячи и тысячи жизней ульяновцев. Здесь необходимо отметить также, что последний месяц, наверняка вы знаете, что ежесуточное количество инфицированных почти что стало в 3 раза больше. Если в сентябре у нас было по 100, по 120 человек, то сегодня уже по 290, с учетом Димитрограда по 350. Но тем не менее созданная система, сегодняшний день лечения справляется, медицинское сообщество, профессионализм как бы врачей сегодня реально спасают ульяновцам жизни. Я хочу сказать, скажем, гражданам, что сегодня власть готова спасать каждого и оказывать достойную медицинскую помощь.